Мне подарили 13 лет. Должна была попасть в альманах. Нас просто так смотрели. Я Джоан Роулинг. Всем привет, дорогие друзья. Это вторая часть влога про Сириус. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Здесь мы еще в полном расцвете сил сидим на установочной лекции по второму модулю, который называется «Авторский текст». Это тот самый модуль, который показался для нас всех самым сложным. Мы едем на открытие. Нет, давайте каждой команде будет дана минуточка, чтобы придумать название. Минуточка пошла. Блинчик, сырники и очень много всего. Размер это все стихотворки знают, что такое ям, все знают, да? То есть вот это вот старопат сложно с ударением во втором слоге. Это цитата Петра Пушкина. Мы идем на море. У меня короткие, если близко подходим к воде, то сразу же разворачиваемся и уходим. Я вижу, все девчонки красивые, радостью обеспечены. В общем, приветствую вас сердечно, девчонки из Сириуса. Улыбаются царицы. Мы хотели сфоткаться. Нам не разрешили. Нас просто так посмотрели. Какой клюк! Человечек! Хочу подружки записать вам. Да. Блин, его тут не видно? А, вот. Аня, здорово то, что Аня здесь сегодня стоит с нами. Пускай у Ани будет собственный дом в Красной Поляне. Нифига себе, нормально мы так для Ани тут болтаем. Продолжаем далее, тут у нас еще девчонка рядом. Как вас зовут, девушка? Юля. Ну, тоже что-нибудь приятное скажу, Юля. Конечно, кайфует Юля, в то время как я рифмую на нее на ходу в этом июле. Правда, сегодня не июль, сегодня осень. Ну, в принципе, пофигу, продолжаем работать в этом вопросе. В общем, Юля, здорово то, что вы тут кайфанули. Продолжают далее рифмы мои летают, словно пули. Девушка в наушниках, для вас тоже чистушки. Как вас зовут? А? Как? Аня! Аня! Вторая Аня, Юля. Вы между двумя Анями. Скорее загадывайте желание. Очень здорово то, что стало весело Аня. Кайф, 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 души. Кайфовать хочу, кайфовать. На общем.
заканчивать вакансии и узнавать. В это время началась творческая деятельность. Вот он шизанулся конкретно после борьбы. Вот и все. Ты меня снимаешь? Да, я тебя снимаю. Спасибо. Мы с Алей такие умные. Мы смотрим мультики и кайфуем от жизни. Как мы спать ляжем раньше, да. И в итоге без 20:12 мы такие, все нормально, мы сейчас ляжем. Что мы делаем в час? Сейчас бежали, как поражали, со всего понюхали. Розмарин потерлись, обкипались. И сочинили стихи про облепиховую воду. Половину из этих слов, на самом деле, себя спросите, не используйте. Всем добрый день. Сегодня 7 декабря. И в этот день все 11-классники пишут итоговые сочинения. Но, как обычно, есть исключения. Например, я. Поэтому писать итоговые сочинения я буду в резервный день, то есть 1 февраля. 1 февраля мне уже надо быть в Москве. Там будет поездка больше, чем путешествие. И переносить на резервный день на май просто не вариант. Я только что поняла, что завтра уже сдача итогового проекта по авторскому стихотворению. Идем знакомиться с китайцем. Анюш. Михаил Роман. How far from here to your hometown? How far? После обеда у нас должен был бассейн, но в бассейн мы так и не пошли, потому что никто не захотел, а именно потому, что завтра сдача проектов, и нужно всем дописывать проекты. Мы остались с Алей в комнате, потом она ушла на консультацию по проекту, а у нашей группы консультации не было. Поэтому я осталась дописывать стихотворение в комнате. Дописала стихотворение, такая думаю, ну, сейчас пойду на уроки. Я смотрю в расписание, и у меня стоит английский. А в школе я английский не изучаю. Те предметы, которые не изучаешь в школе, здесь ты их тоже не будешь изучать. Сейчас я буду заниматься либо ЕГЭ, либо статьей в гильдии журналистов Республики Мордовия. Есть еще несколько маленьких планов, потому что кроме того, что завтра у нас будет сдача работ, до 9 числа, то есть до пятницы, нам нужно сдать критический отклик. А кроме этого, в пятницу у меня олимпиада. So I never really knew you. God, I really tried to. Blindsided, addicted. Thought we could really do this. Really, I was foolish. Hindsight is obvious. Talking with my lawyer, she said, where'd you find this guy? I said, young people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. Сегодня у нас день начинается с того, что я печатаю согласие на обработку персональных данных. Пьешь чефир и слушаешь любимое радио. Вот что там происходит. Прекрасный выбор. It's funny how a memory turns into a bad dream when running wild. Здесь, например, я бы написала грамм, звездочка с нос, и он мне сайт бы не сам справил. Оно. Немножечко о сегодняшнем дне. Конечно, да, кривовато стоит, ну пофиг. Я накрасилась. Сейчас где-то через полчаса мы идем на каток. Сегодня я писала олимпиаду по немецкому. Просто очень интересный день в плане того, что оценили мою работу, которую я писала на авторский текст, которая, по сути, должна была попасть в альманах. Но в итоге мне за нее поставили 15 баллов. Поэтому буду переделать эту работу. Надеюсь, что будет все намного лучше. Во время того, как у всех идут уроки, у всех идет английский. У меня в школе нет английского, поэтому на английский я не хожу. И поэтому сейчас я буду заниматься математикой, потому что мне надо исправлять алгебру. Нам дали задания на Е-классе, и я сейчас буду их выполнять.
А мы сейчас собираемся на каток. Факт! Какие мы красотки, я не могу. Танцуй под Бузову. Под эту легкую музыку. Снимаешь? Снимаю. Сегодня мы с вами будем распаковывать распаковку. Давай. Блин. Маска. Раз. Послание. Послание. Там послание. Сейчас, подожди, читаем. Юля, Тимофей Дмитриевич уже нас ждет. Давай потом почитаем. Мы идем за конечками. Строчит там. Ужас, кого-то слава. Поднимите руку те, кто совершенно не умеет кататься. Есть такие? Вот интересно, пожалуйста. Конечно. Сходили на каточек. Было очень мало времени. Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я наконец накрасилась. У нас уже обед. Я не снимала ничего до этого, потому что у нас были семинары. И нужно было сдавать работу. Елисеева Вера. Горбатова говорим и показываем. Игнатьева Виктория. Смотрите, какой у нас полник сегодня. Аль, тебе нравится? Какое довольное лицо. Это то, как я доношу. Я могу говорить сидя, могу стоя, могу громче, могу тише. Это будто свои качества. Лапка ногавской пены выскользну. Из-под шерсти цветных равнин ланью выпрыгну. На барханы песчаных перин, где отцовские руки бронзовые и смелые. А мы идем на сбор нашей команды. А что ты, Чукотки не боишься? Нет, не боюсь. Это мы 8:43 проснулись. Вот мы идти ехали на розыгрыш. Там сзади какие-то еще машинки красивые. Thank you.